Доброе утро, друзья! Всем-всем привет! Сегодня буду чистить зубы вместе с вами, но необычным способом. Хочу показать свой маленький рецептик. Ну, наверное, его многие знают. В принципе, здесь ничего такого не нужно. Нужна сода пищевая, перекись и лимон. Буквально капелюшечка. Раз в неделю я это прокликую. Только уставшая. Лохматулишна. Вот у меня какие зубы. Все, короче, делаем. Буквально по чуть-чуть. Вот, на один раз. Ой, ой, много. Кукашицу. Так уж поделюсь, а вдруг кто не знает. В принципе, мне кажется, это знают все. Сода. Все на глаз. Перекись водорода простая, 3%. Буквально капель. Ты что надо, иди отсюда. Буквально капель 5 максимум. И капелька лимона. Ой-ой-ой, о, зашипело все, пошла реакция. Когда жиденькая стала, в прошлый раз у меня гуще была. Не останавливается никак. Мне кажется, белее уже стали. Но опять же, часто так делать нельзя, не рекомендуется. Сейчас лицо будет. У меня и так хорошие зубы белые, практически. Если бы у меня были черные гнилые. Ну, короче, вот так. Вот такие вот дела, включая воду. Раз в неделю, в воскресенье.